знаете, я думаю, на самом деле, что мы действительно все-таки остановимся на Казани, потому что вот державинские чтения здесь, на родине Гавриила Романовича Державина, они прижились. Вот. Поэтому я думаю, что нет смысла нам переезжать куда-то с места на место. Конференция переходит на совершенно другой уровень. Вот. Ряд мероприятий планируется, то есть они вот уже приобретают новый статус и новый формат, они становятся более интересными. Ну вот я думаю, что, наверное, да, не будем и переезжать, нам здесь нравится, нам здесь комфортно. И, в общем-то, с Казанью связаны у нас не только державинские чтения, а, например, завтра мы будем открывать бюст Герою России, артиллерийскому разведчику Марату Радиковичу Ахметшину, на его родине. До этого мы открыли бюст герою Советского Союза Мусе Джалилю. То есть здесь все в совокупности, не только наука, но и патриотическое воспитание. Это тоже непосредственно связано. То есть вещи это все взаимосвязано. Поэтому Казань. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».